магазине Велмарт начался медовый спас. Вот купил курочку в медово-имбирном соусе. Иду пробовать. Блин, друзья, 185 леев за килограмм. Это больше, чем 3 цены за эту курицу, если брать сырую. Медово-имбирный соус. Ни меда, ни имбиря здесь нет. Просто куриное бедрышко за 185 лей за килограмм. Ну нет, совсем нет. Шкура, конечно, блестит красиво, и кунжут есть еще. Выглядит очень аппетитно. Не думаю, что здесь будет что-то другое. Хотя бы пропекли нормально. Мне кажется, что они просто сделали медовый имбирный соус и вот так вот кисточкой помазали все шкурки. Все. Они даже не мариновали эту курицу. В эту рубрику у них еще входит тройной вот такой блинчик. Вишня, мак и творог. Блинчик неплохой, много начинок, мне нравится. Я за эти два бедрышка заплатил почти 43 лея. Мог почти килограмм окорочков купить.